Приветствую вас, дорогие друзья! Мы находимся в отеле «Ярославское подворье». Сегодня есть большая востребованность в поиске хорошего, удобного, современного конференц-зала для организации конференций, тренингов, обучающих мероприятий, корпоративных мероприятий. И я бы хотел сейчас вас пригласить в один из наших залов. Этот зал подойдет для мероприятий до 40 участников. В нем есть кондиционер, и поэтому будет комфортно в любую погоду. Для спикера здесь имеется флипчарт, также экран с проектором для проведения эффективных презентаций. В этом зале достаточно светло за счет двух больших окон. Зал оснащен удобными креслами для того, чтобы участники в течение всего мероприятия могли делать заметки. Гостиница, в которой мы находимся, она обеспечена всеми необходимыми помещениями, где можно и пообедать, и отдохнуть, привести себя в порядок, ну и, соответственно, конференц-зал. Это освещение, отопление, кондиционирование, ну и, наконец, технические средства. Экран, проектор, ноутбук, чат. Я считаю, что это один из лучших залов, в которых я работал на данный момент. Также хотел сказать то, что при организации вашего мероприятия в отеле «Ярославское подворье» есть большое преимущество. Участники мероприятия могут разместиться в номерах, их у нас 72. Также это очень важно для многих спикеров, которые приезжают, им нужно подготовить зал до мероприятия. Большой плюс – это ресторан с банкетными залами, где возможна организация любых кофе-брейков, а также большого гала-ужина. Ну а сейчас я бы хотел презентовать мой самый любимый зал. В нем есть интересные дизайнерские решения. А именно про этот зал мы получаем самые лучшие и положительные отзывы. В этом зале возможен формат любого мероприятия, как сейчас, например, рассадка со столами, либо мы их можем убрать и сделать рассадку театром. В зависимости от формы вашего мероприятия, ваши участники могут разместиться на комфортных стульях за барной стойкой. Этот зал хорошо технически оснащен, есть отличный свет, профессиональное звуковое оборудование, для спикеров есть флипчарт, проектор, при необходимости можем предоставить ноутбук для проведения презентаций. Сейчас я нахожусь на территории наших партнеров, буквально в соседнем здании. Это центр трансфера технологий. Они имеют 4 конференц-зала. Если у вас есть необходимость организации больших мероприятий или с несколькими спикерами, то вы можете организовать ваше мероприятие здесь. Таким образом, если на вашем мероприятии планируется большое количество человек, в вашем распоряжении 4 лекционных зала. Плюс ко всему, мы поможем организовать кофе-брейки и ужин. Это еще одна аудитория. Выполнена по типу амфитеатра. Как видите, она оборудована столами и удобными стульями. Если вы хотите профессионально организовать ваше мероприятие, обращайтесь, мы всегда к вашим услугам.